Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Итак, друзья, сегодня вам покажу, как устроить модпак моего сервера Relax Roleplay. Заходите в группу сервера, ссылка будет в описании, и здесь есть ссылки. На мой канал есть ссылка и на модпак. Нажимайте ссылку на модпак, также ссылку на модпак я оставлю в описании под этим роликом. Вы сможете просто перейти по ссылке и там его скачать. Я вам очень советую не скачивать данный модпак через Opera, через браузер Opera. Потому что они всегда скачиваются, если даже скачиваются, то пишет то, что диск поврежден, как бы. Так что скачивайте либо через Google Chrome, советую скачивать, там все нормально. Либо через какие-то другие браузеры, но только не через Opera. Если у вас будет поврежден диск, то скачайте через Google Chrome, если у вас через другой браузер не получается. Давайте нажимаем скачать. И сейчас выберем папку, куда мы хотим скачать данный модпак. Сейчас грузится. Я сейчас покажу вам через Opera, потому что через Google мне не хочу заходить, но лучше скачивать через Google Chrome. Нажимаем сохранить, и у нас начался качаться модпак. После того, как модпак скачался, нажимаем вот такой ярлычок у вас будет, Relax. И нажимаем выбрать папку с игрой. Выбираете папку с игрой, где у вас находится игра. Нажимаете Multiplayer C и выбираете Custom. И нажимаете ОК. И извлечь. Ждете, пока модпак извлечется в данную папку, куда вы указали. После того, как модпак установился, вы открываете папку с игрой. У меня эти диск C, Metal Gear NC, Multiplayer, Custom. Вот, эти ярлыки, вот два ярлыка. Но это еще не все. Вам нужно изменить IP. Вы нажимаете вырезать, вот это IP вырезаете и вставляете сюда, в папку сервер. И заходите в Multiplayer. И находите сервер Relax Roleplay. Нажимаете скопировать. И нажимаете переименовать данное IP, какое у вас было изначально. Вставляете туда другое IP. И вот здесь ставите точечку. Смотрите, вот здесь ставите точечку между 233 и 8902. И все, у вас модпак работает. Так что устанавливайте, в принципе, модпак. Ссылки все будут в описании. Я думаю, я вам помог, обязательно устанавливайте, потому что с модпаком приятнее играть, и заходите на сервер, буду вас ждать. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.